пару слов мы скажем, как мы пришли к этой теме. Дело в том, что мы с Михаилом учились в Германии и, значит, неожиданно для себя обнаружили, насколько много молодых людей встречается в библиотеках, делают там не только домашние какие-то задания по вузу, но и проводят счастливое время. В общем, значит, одним словом, библиотеки заполнены молодежью. Мы решили, значит, узнать, почему это не так, применив наши знания в стратегическом управлении. Вот. Позвольте начать. Значит, в двух словах. Мы начнем с того, что решим кейс, почему все-таки падает посещаемость в библиотеках наших. Значит, затем мы продолжим к обзору мирового тренда и лучших практик трансформации библиотек и покажем возможности для стратегического, значит, решения всех проблем библиотечного комплекса города Москвы. Значит, ключевая идея стоит в том, что управление библиотекой не отличается от управления крупной компанией сегодня. И существуют мировые практики, которые можно и нужно применить в России. Давайте посмотрим, почему это так. Как и у любой компании, у библиотечной сети есть миссия, видение, цели, которая определяет, значит, департамент культуры города Москвы. Это доступность качественных услуг для горожан при эффективном потреблении ресурсов. Есть процессы, организации, это стандарты библиотечного дела, библиотечный процесс, оргструктура. Есть, значит, самый нижний фундамент — это приложение, данные, IT-система, инфраструктура. Так вот, ключевая проблема, которую я уже вскользь упомянул, это низкий спрос на услуги библиотечной сети города Москвы при большом спросе в Европе. Давайте разделим эту проблему на мелкие части, чтобы попробовать решить ее каждую постепенно. Ну, во-первых, низкий спрос может быть вызван деятельностью наших конкурентов. Он может быть вызван неправильным маркетингом, и он может быть вызван нелояльностью наших клиентов. Значит, если мы берем первую область, здесь мы должны задаться вопросом, что же они делают по-другому, наши конкуренты. Почему, почему читальные залы в книжных магазинах заполнены читающей молодежью? Почему компьютерные клубы в большинстве своем развиваются только в России, значит, исключая, значит, Европу? Да? Далее посмотрим область маркетинга. Как мы себя позиционируем? Есть ли у нас, значит, единый узнаваемый стиль? Есть ли у нас социальная реклама? Есть ли у нас программы лояльности для наших гостей, посетителей? И третий момент, на который, значит, хотелось бы обратить основное внимание, это нелояльность клиентов. Все-таки что же они хотят, самостоятельные люди, которые делают трезвый выбор, что же они хотят от библиотек, что мы им не предоставляем? Это можно выяснить, уважаемые коллеги, с помощью опросов. Вот такие мини-опросы были проведены, за исключением группы «Дети-школьники». Здесь мы разделили всех посетителей библиотек на три категории по возрасту. Можно, естественно, было делить по профессиям, по другим областям. Здесь, мне, как мне представляется, это наиболее логичное возрастное разделение. Студенты — средний класс, пенсионеры. Значит, студенты показали в данном опросе проведенном, что простота оформления читательского билета, бесплатный интернет и комфортные условия работы и общения — это то, чего им не хватает в современных библиотеках. Почему они меняют их на кафе, на читальные залы в книжных, значит, магазинах и так далее? Почему они остаются дома? Пенсионеры показали, что для них критично новые, значит, изучение новых технологии, изучение языков, ведение что-то новое и, по возможности, недалеко от дома. Данные потребности, значит, удивительным образом объяснились анализом тренда развития библиотек в мире. Давайте посмотрим на этот тренд. Значит, первый обнаруженный тренд — это изменение фокуса библиотек с выдачи книг на организацию культурной среды для посетителей. Второй тренд — это переход контентов в цифровую форму, то есть оцифровка бумажных материалов и предоставление удаленного доступа к этому контенту. И далее кластеризация библиотечной сети согласно именно потребностям читателей, не каким-то нашим устоявшимся критериям, а именно потребностям читателей. Здесь очень хорошо выразилось
исполнительный директор библиотеки Хьюстона, что сейчас библиотека это не столь значит, место, где находятся книги, сколько место, где делятся идеями. Вот, значит, давайте значит, отдельно посмотрим первый тренд. Первый тренд, вот я бы хотел представить вам схожую московской системе, систему библиотек города Амстердама. Чуть меньшее количество библиотек и пунктов выдачи книг, но тем не менее по масштабности похоже. Значит, сразу значит, хочу показать четкую сегментацию на зоны компьютерного доступа, зоны бумажных книг, зоны выставки книг. Сразу значит, обращает внимание на себя современный дизайн данного решения. Вот, значит, если мы посмотрим даже на эту ультрасовременную полку, которая можно, можно подумать, стоит миллион. На самом деле ее принцип — это принцип работы IKEA. То есть это составной принцип, ее стоимость — это достаточно небольшие деньги. Просто есть продуманность. Мы с вами видим выделенную зону, где есть место для общения всех членов семьи. Значит, можно как... Что можно получить, да, из данного примера? Что библиотеки в Европе направлены на создание комфортных условий для клиентов. То есть это условия, которые упрощают коллеги чтения. Далее, это место общения всех значит, людей всех возрастов и предпочтений. Туда ходят далеко не только академические образованные люди, ходят все абсолютно. И таким образом производятся инвестиции в человеческий капитал. Таким образом, человек, это, так сказать, достаточно труизм, что значит, образованный человек производит больше добавочного продукта. Далее, что включает в себя современная библиотека? Это центр коворкинг, большой центр совместной работы, зона общения с домашней атмосферой, кафе, зона групповой работы, современный дизайн помещения и бесплатный Wi-Fi. Книги выдаются по онлайн-заказу. Вот, значит, обратите внимание, вот эти вот ящики, это, там помещаются книги, заказанные онлайн. Посетители сами забирают их. И вот эта красная комната работает до полуночи, включая выходные. До 5000 посетителей каждый день. Значит, по второй форме, кратко, переходит в вторую форму. Это вот, значит, библиотека города в Японии. Здесь японцы главный акцент сделали на том, что такой тренд у них есть, это пожизненное обучение. Большинство пенсионеров, людей пожилого возраста ходят, продолжают ходить в библиотеки, получают там необходимые знания, которые им в данном случае не хватает в жизни. Там имеется детский уголок тоже, и значит, таким образом значит, достигается концепция, что место, куда ходят все. Третий момент кластеризации вычислительной сети, значит, согласно потребностям читателей. Пример, значит, Германии. Возможно кластеризовать по округам, как сделано сейчас, но можно и более продуманно, как это делается сейчас. То есть это через потребности читателей. Арт-кластер, музыкальный кластер, библиотеки национальной литературы, значит, образовательный кластер и так далее. Вот, подытожив, значит, можно сказать, что библиотека становится культурным и образовательным центром событий в жизни общества. Значит, я передаю слово Михаилу Панфиленку, специалисту в области стратегии библиотек. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно всем? Так, Николай представил прекрасные кейсы разных других библиотек, как там устроено. Но вопрос-то в том, как нам добиться в России, в Москве, в частности, в библиотечных сетях того, что было представлено в других странах мира. А как Николай уже отметил, к библиотечной сети можно применить такой же принцип, как и к крупным компаниям. К российским, так и международным. И стратегия перехода в целевое состояние одна и та же. В мире и в России, соответственно, разработаны передовые методологии, как это можно сделать. Сейчас мы посмотрим. Первое. Для реализации стратегии мы должны ответить на 4 вопроса. Что у нас в руках? Это текущее состояние. Что же мы имеем с библиотечной сетью? Для этого надо провести анализ текущего состояния и проблемных областей библиотечной структуры. Второе. Куда приложить усилия? То есть нам надо определить наше направление развития и приоритеты. Далее. Что следует делать? Для этого нам надо понять для себя 3 цели. Это стратегические инициативы, далее это концептуальная архитектура и это модель управления библиотечной сети. И 4-й вопрос, каким же образом мы это добьемся? Это
проектная деятельность, управление ее и организационная структура библиотечной сети. Далее. А для реализации стратегии мы будем использовать три фазы. Первая фаза — это анализ текущей стратегии. Она включает в себя две подфазы. Это анализ текущего состояния и бенчмаркинг. При анализе текущего состояния мы определяем, что у нас сейчас с библиотечной сетью города Москвы. И бенчмаркинг мы анализируем лучшие практики, которые вот Николай приводил, мировые кейсы, и опрашиваем экспертов. Вторая фаза — это проектирование перехода. Мы разрабатываем целевое состояние, какие мы хотим видеть библиотечные сети, что с ними будут после реализации нашей программы. И дорожная карта. Это план мероприятий, которые должны быть проведены, чтобы мы получили данное целевое состояние. И третье — это планирование оптимизационных проектов. Здесь происходит определение портфеля проектов, то есть каким образом мы переходим. Уже проектная деятельность ведется. Далее. Сценарий развития. Мы можем предложить 4 сценария развития. Первый. Это текущий, если мы ничего не делаем. Это поддержка текущей инфраструктуры, то есть мы точно на месте, по сути. Библиотеки не развиваются. Второй. Самый оптимистичный. Это мы строим в каждом округе крупные библиотеки, кластеризуем их по типу контента и определяем по регионам. Третье. Это пессимистичный. Тогда библиотеки закрываются, нет инвестирования, мы получаем, что у нас получается очень мало библиотек с низкой эффективностью. И четвертый — это реальный вариант, который можно сделать. Это написание стратегии развития, консолидация библиотек в более крупные кластеры, новый контент, информационно-поисковые системы внутри библиотек. Далее. Большая проблема стоит в том, что на данный момент библиотеки недофинансированы. Библиотеки полностью практически финансируются государством. Мы предлагаем на опыте немецких библиотек, вот как сэмпл, библиотеки финансируются следующим образом. 40% — это государственные гранты, 50% — это финансирование со студентов, с них берутся налоги, со стипендии. И 10% — это собственные источники. Вот, пожалуйста, каждый студент платит 270 евро на учебу, и около 20 евро из этого идут как раз на строительство библиотек и на их поддержку. Далее. Возможны в России минимизации затрат. Да? Первое — это унификация приобретания оборудования, то есть заключение долгих долгосрочных контрактов с поставщиками, закупка большими партиями, то есть экономия на объеме. И второе — это проведение, например, арт-конкурсов среди талантливых студентов, чтобы студенты сами оформляли, чтобы не заказывать у каких-то дорогих компаний, фирм, а чтобы, ну, было бы намного дешевле, и студенты проявляли инициативу, им было бы это интересно. Какие мы можем столкнуться ограничения и риски, если мы будем развивать это? Первое — это сопротивление персонала. Естественно, любой персонал, он немножко закостенел, и ему сложно смириться с изменениями, потому что они боятся, что будут не учтены их интересы. Мы можем нейтрализовать это проведением круглых столов, информированием, объяснением, что так библиотеки будут лучше, и персонал не пострадает. Второе. Ограничение по инвестициям. Мы нивелируем это изменением структуры финансирования и созданием единого центрального исполнительного комитета. И слабое информирование населения. Мы проводим агрессивную маркетинговую кампанию для этого. Все, спасибо огромное за внимание.